Напомним, что позади первый день чемпионатов мира среди девушек, юниорок и юношей, юниоров по пожарному спасательному спорту. Он выдался по-настоящему зрелищным. На площадке царила особая атмосфера, наполненная духом соперничества. Участники продемонстрировали быстроту, ловкость в подъеме по штурмовой лестнице на этаже учебной башни. В финал в каждой из трех возрастных категорий вышли по 4 человека. Претендентами на медали стали представители Беларуси и России. Здесь присутствуют мальчишки и девчонки, которые впоследствии будут носить рекорды и станут великими людьми в спорте. И не только в спасательном спорте, а в целом в спорте. Очень важно, что в нашей стране главы государства, правительства уделяется достаточно широкое внимание именно пожарно-спасательному спорту, спорту во имя спасения. Ну, я думаю, эти девчонки и мальчишки в ближайшие дни покажут новые высокие достижения в спорте, установят новые рекорды, ну и, соответственно, определятся новые команды победителей. Не менее эмоционально, весело и торжественно прошла церемония открытия чемпионата мира, которая ближе к вечеру превратилась в настоящий праздник. Брещанам креативно представили юных спортсменов из 5 стран и судей чемпионатов. Зрителей развлекали акробатическими, вокальными и хореографическими номерами. Несомненно, самым зрелищным моментом стали финальные забеги в подъеме по штурмовой лестнице на второй этаж учебной башни. Кому-то она покорилась, кому-то нет. Но, как говорится, победил сильнейший. Тот, кто долго и упорно трудился. Тот, кто не жалел себя на тренировках. Тот, кто смог. Не описать словами эти эмоции. Я очень долго к этому шел, это была моя цель, я ехал сюда только чтобы победить. И я это сделал. Я занимаюсь с 2018 года, я 4 года шел к своей цели, чтобы попасть в сборную команды Республики Беларусь, чтобы выступить на мире. Для этого мне приходилось все 4 года упорно тренироваться, отдаваться всему этому спорту. Меня переполняют эмоции внутри. Вот, что радость, просто до слез фактически доходит. Я не зря готовилась. Весь год ездила по соревнованиям, чтобы показать, что я могу стать чемпионкой мира. У брещан была уникальная возможность познакомиться с прекрасным видом спорта – пожарно-спасательным, получить море эмоций и впечатлений, насладиться прекрасным музыкальным вечером и фейерверком.